Вот у фильмов есть трейлеры, у кино есть трейлеры, там, где мы видим какие-то диалоги. Le film a une bande-annonce, on voit des dialogues. А у спектакля трейлера нет? Il y a pas de trailer pour le spectacle. Но вы не могли бы сейчас его сделать, мадам Ардан? Я имею в виду какой-то фрагмент какого-то важного монолога из этого спектакля. Et est-ce que là, comme on n'a pas de trailer, est-ce que vous pouvez faire une ou deux phrases, un fragment de ce spectacle? Oui, je pourrais vous dire qu'à un moment donné, elle dit qu'elle l'aime à la folie. Я бы могла вам сказать, что да, в какой-то момент она говорит, что она вот с ума сошла от любви. Qu'elle est prête à tout quitter pour lui. Она готова все покидать. Вот, je pourrais tout quitter pour toi, ma famille, la maison de Neuilly, mais il n'est pas nécessaire qu'on se voie. Je pourrais tout quitter pour toi et ne rejoindre rien, justement, inventer cette fidélité à notre amour. Я не знаю, если я бы могла переводить, но в сути она говорит, да, да. Переведите, да. Вы поняли, а переводить это все равно будет не то. Есть замечательный перевод, есть текст, да, да. Есть текст на русском языке, поэтому, браво, давай, конечно, лучше услышать прекрасную речь на французском, а вот о тексте вы сами знаете, вот текст Маргариты Рас. А вот, кстати, о байпадах. Pour parler d'internet, les tablettes. Великие режиссеры когда-то снимали фильмы для больших кинотеатров. Прошло время, и они стали делать поправки на экран телевизора. Учитывают ли сейчас режиссеры формат цифровой планшета, что их будут смотреть вот на таком экранчике, а их будут смотреть на таком экранчике? Pour revenir par exemple aux histoires de tablettes, autrefois les grands réalisateurs faisaient des grands films sur des grands écrans et puis après on les a fait sur des écrans plus petits, sur des écrans de télé et tout. Est-ce qu'on peut s'imaginer aussi que tout le monde finira par regarder les choses dans le format des tablettes est-ce que... C'est un risque et vous savez bien que... C'est un risque. Godard disait, quand on regarde la télévision, on baisse les yeux. Quand on va au cinéma, on lève les yeux. А вы, наверное, знаете, что Годар говорил, если смотреть на, если смотреть на телевидение, ну, на телевидение, вот мы опускаем глаза, а если смотреть в кино, на киноэкран, надо уже поднять глаза. Tout est dit. Все, этим все сказано. Да, в таком случае с этими планшетами мы как-то вообще... Si vous avez du coup avec les tablettes... Oui, on est... То есть не то, что уходим в себя, а просто ниже и ниже зарываемся. C'est-à-dire, on descend de plus en plus bas. Oui, on se recroqueville. И уже вот это... так. Это просто актерский дар, знаешь, какой-то. C'est un don d'actrice. А вы себе больше нравитесь как актриса или как режиссер? Et vous vous plaisez plus en tant qu'actrice ou en tant que réalisatrice? Je ne me suis jamais plu, mais je ne veux abandonner. Я себе никогда не нравилась. Je ne veux pas abandonner ni l'un ni l'autre. Но я не хочу бросать ни того, ни другого.